Несмотря на все многообразие нашей страны, есть та, кто объединяет нас всех в канун Нового года. Бузовой много. Бля, Люда, я не могу. Чё? Одна твоя Бузова по телевизору. Бузова, там Бузова, тут Бузова, Бузова, ёп. А хорошо ж поёт. Где? Где она хорошо поёт? Люда, у меня давление, я тебе говорю, ты... Лорак хорошо поёт. А вот это бескусица, ёпта. Бескусица! Понимал, я так только попробуй. Сережа, мне нравится. Вот только попробуй, я тебе сказала. Люда, ты сама херню слушаешь. И ребенок. Да. Туда же. Вот. Все, короче. Я тебе сказала, вот я тебе еще раз повторяю. Только попробуй. А то что? С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум, критически анализирующий абстракцию, способен игнорировать критерии сентиментальности, но каждый обязан интересоваться экс-бенефициарами. Это же Ольга Бузова! Когда нет выхода, только вход. Сотри контакт. От такой музыки голова болит. Выключи мозг и Бузову включи. Танцуй под Бузову, под эту легкую музыку. Тряси своими арбузами. Танцуй под Бузову. Девушка русская, прекрасная, превосходная, сексуальная, но отвратительно пою и бесполковая актриса. Я чё, Бузова? Да! Вы чё, могли что-то нормальное придумать? Везде это ваша Бузова. Баннеры, шмадеры, радио, шмадио. По телевизору, конечно, Бузова. Выключите и включите нормальную музыку. Нет, спасибо. Шутка устарела. Это пицца пришла. Ну, наконец. По бартеру. О, так еще круче, такая голодная. Пойдем скорее. Я так ускочил. Да ну нафиг. Ого. Ой. Бузова. А что это вы в Новый год ты без Бузовой?
А я им говорила включить. Дорогие мои россияне, через несколько минут мы встретим с вами новый 2019 год. От лица президента Российской Федерации я хочу пожелать вам любви, добра, нежности, здоровья. Оленька. Оленька, спи. Спи, дорогая. Не переживай. Все хорошо. Танцуй под бузову.